Да, расскажу про Уоррена Баффина, Баффета, инвестора. Совсем недавно он завещание написал и собрал всех, значит, лежит на диване, сигара у него дымится, говорит, я написал завещание, вот, огласите, пожалуйста, там, адвокат огласил, говорит, вот, 99% своего состояния я, Уоррен Баффет, завещаю Биллу Гейтсу. И 1% там вам, там, дочери такой-то, там, сыну, и все. Они такие, папа, ты с ума сошел, там, клиника, там, все. А у него все официально. А он ему отвечает, я знаю, что Билл знает, куда деть деньги. Правильно определить. Видимо, тот и на благотворительность тратит, и все, и тот взял, ему передал такое. Вот выпьем за таких людей удивительных.